Сегодня в Кирове состоялись игры по мини-футболу в рамках всероссийских соревнований «Кожаный мяч». Этот турнир начали проводить еще во времена Советского Союза. И, как отмечают организаторы, ежегодно на протяжении 50 лет юные спортсмены собираются вместе, чтобы сыграть в футбол. На поле вышли спортсмены в возрасте 9-10 лет из Кирова и районов области. В финале второго этапа участвуют 8 команд. Среди лидеров рассказывает главный тренер соревнований кировчанин. Это команда «Факел» и «Бронтозавры». Они уже одержали несколько побед, а завтра, 10 июня, пройдет итоговый матч. И уже в сентябре команда-победитель отправится на всероссийский этап соревнований «Кожаный мяч». Он пройдет в Краснодарском крае. Прошлый год мы ездили, но в тройку не попали. А до этого были у нас хорошие результаты. На втором месте команда из Кумен была.